Уличное творчество. В Чебоксарах под Московским мостом развернулась граффити-галерея. Одной из первых разрисовывать серые стены начала Ксения Кокель, автор «Нараспи возле каскада» и внучка известного чувашского живописца. Позже подтянулись и другие художники. Так получилась целая уличная арт-галерея, сообщает портал Чебмедиа. Сейчас там снимают клипы и блоги, видео с танцами для ТикТока и Инстаграма. Место стало городской достопримечательностью. Приезжие приходят сюда посмотреть и пофотографироваться.